Макс, Макс. Тормози. Если можно, о детстве. Что? Вы жили в тогда еще в Ленинграде, в коммуналке, где кроме вас было 5 или 6 семей, да? Да. Вы вспоминаете этот период жизни? Очень часто. Я заходила в прошлый приезд в Ленинград, в этот дом. Где вы родились, где вы жили? Да. Это бывший, сейчас опять казачий, но бывший переулок Ильича. Я зашла в этот дом и была поражена, потому что то, что мы называем иногда совпадением, очевидно, это больше, чем совпадение. Потому что когда я вошла, уже другие двери, конечно, были в дом, потому что это был замечательный дом с... полноценный, очень хороший, коммерческий, стиля, модерн. И двери были с большими львиными головами. Никаких львиных голов не было, были самые обыкновенные двери, почти фанерные. Но когда я их открыла и подошла к лестнице, то на стене я увидела: «Прощайте, меня убивают, дом». А дальше эта мистика продолжалась, потому что я пришла одна с своей собакой маленькой, потому что мне на кого было оставить мою дворняжку, я с ней стояла. И вдруг за спиной раздается: «Таня, ты меня не узнаешь?» Я поворачиваюсь, я вижу совершенно незнакомого человека, в достаточном возрасте, пожилого. Я говорю: «Простите, нет. Это же я, Володя, как же ты меня не узнала?» Это был тот мальчик, который из этого же дома, и с которым мы играли во дворе. Он был убежден, что я его узнаю. Потом я позвонила в квартиру. Очень звонила одним звонком, как у нас было. В ту квартиру, один... где вы жили, да, тогда? Да. И долго очень никто не открывал. Я подумала уже, что никого нет. Потом раздались шаги. Вышла очень милая, совсем незнакомая женщина. И, увидав меня, сказала: «Пожалуйста, пожалуйста». Хотя она не жила в квартире, когда мы жили. Из старых жильцов не было никого. Квартира была пустая. Одну комнату занимала вот эта новая, совершенно замечательная, с очень добрыми глазами. И я подумала, что это знак дома. И... дом меня встречает вот моим детством в лице этого Володи и этой незнакомой женщины, которая могла оказаться совсем иной. Она оказалась вот такой, очень доброй и приветливой. И я пошла по этой старой ленинградской квартире и потом попросила, когда уходила, чтобы сняли старую ручку от комнаты, в которой мы жили, потому что ручка была старой. И самое удивительное, что эта женщина сделала это. Она дождалась тех хозяев, которые в нашей комнате хранили какие-то мешки, потому что дом продан какому-то предприятию. И его, очевидно, будут ломать, перестраивать. И принесла мне эту ручку моего детства от нашей комнаты. Это старая медная ручка. И я очень нежно ее храню.
этой комнате я спала. Глядела отсюда назад. Счастье просыпалось вместе со мной каждое утро. И тогда он был точно такой. Весь белый. Что не изменилось. Усад мой после долгой ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья. Ангелы небесные не покинули тебя. Если бы я могла снять с груди и плеч этот тяжелый камень, если бы я могла забыть прошлое. Да, и сад продадут за долги, как это ни странно. Куда-то на нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж, обещает его поверить. Сколько угодно, ему тогда спасибо. Дачники, это пошло. Ровно 100 лет тому назад, так каково? Можно было бы даже юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, не все-таки как-никак, книжный. Как? Я бываю разный. А злой вы бываете? Конечно. Когда? Когда уничтожают театр, людей, когда заставляют стариков рыться в помойках, когда выбрасывают младенцев, когда убивают мальчиков с той и с другой стороны. У меня нет детей, и для меня представить себе, что значит сегодня матери потерять сына, бабушке внука, жене мужа, девушке возлюбленного, это чудовищно и страшно. Тем более чудовищно и страшно, что это не имеет никакого смысла. Это не является защитой Отечества. И вот тогда вы злая, да? Я яростная. Вы в театре хозяйка, да? Я... Вас боятся в театре? Пьяницы, бездельники, бездарности, конечно. Но все равно вы хозяйка, да? Нет, я основной работник театра. Я работаю больше всех. Вы устали? Нет, Андрюш, это же... Нет, я правда спрашиваю. Вы честно скажете, устали? Я устаю, когда мне не удается сыграть так, как нужно. Когда мне кажется, что я что-то пропустила. Особенно это обидно бывает, если я не точно вдруг сыграю «Вишневый сад». Вот тогда вот усталость, и тогда ощущение, все напрасно. Про вас замечательную фразу сказал Виталий Вульф. Слушать других она умеет молча, но не слышит. Это правда? Это не более чем красивая фраза. Это некий афоризм, который Виталий Яковлевич выдал. Но основания этот афоризм не имеет никаких. Потому что актер, который не умеет слышать, не актер. А я, слава богу, ну, как подтверждают зрители после каждого спектакля, сохраняю в себе профессию. Я не скажу тебе, как жаль, с тобою встречи я ловлю, как близ тебя не быть от рана, от всех твой мир. Я люблю, а кому же кровь моя играет, когда коснулся руки твоей. Вас на улицах узнают? К сожалению, да. Почему к сожалению?
Я не люблю этого очень. Почему? Это мешает. Потому что здесь, когда выходишь на улицу и в динамике находишься, это самое идеальное время для работы над ролью. Ее проговариваешь. И в быстром шаге возникают совершенно неожиданные вдруг находки в этом тексте. А здесь, когда видишь, что на тебя уставились, а ты в это время бормотала, неудобно становится. Потом оглядываются. Потом неудобно приходить в магазины. Потому что... Вам, наверное, без очереди все дают, да? В магазинах, нет? Нет, я никогда этим не пользовалась, хотя отношения... Ну, предлагали же, наверняка. Чувствовала отношения, конечно. Может быть, это самая большая награда, вот когда люди, несмотря вот на восьмилетнее игнорирование, мягко так, Андрей, назовем, да? Либо создание каких-то совершенно смешных легенд, либо не смешных, а страшных, по отношению публики и по отношению людей на улице изменений я не чувствую. И то, что было, начиная с выхода старшей сестры, 67-й год, это не ушло, а дальше где-то усугубилось. Что вам говорят, когда вас встречают на улицах? Иногда говорят «здравствуйте», иногда постоянный вопрос: «почему вы не снимаетесь? Почему вас так долго не показывают на телевидении?» Они наивны, они не понимают, что я кого-то политически не устраиваю, несмотря на то, что я в политику не вмешиваюсь. Но миром кончаются войны, и по миру я побрела. Голодная, с дрожью запойной, в харчевне под лавкой спала. На рынке у самой дороги, где нищие рядом сидят, с тобой я столкнулась, безрукой, безногой, и рыжий стал. Я не знаю, может быть, я напрасно мучаюсь. Кто многого хочет, тому всегда чего-то не достает. Вот есть такой, вроде куста, багульник. Ему, чтобы цвести, нужно только теплую, светлую комнату. И ничего больше. Понимаете, больше ничего. Может быть, так и надо жить? Пойду прямо в театр. Скажу им: возьмите меня. Не надо мне денег, я так буду играть. Ну уж даром-то. Вы деньги любите? Нет. Но для вас финансовый вопрос вообще не играет роли никакой? Нет, он играет, потому что, ну, вы знаете, какая у актеров зарплата и прочее. Все проблемы современные, знаете. Также здесь же приходится, я же не одна живу, приходится. Ну и потом одеваться приходится как-то иначе, чем все остальные. Следовательно, эти турецкие все наряды не купишь, правда? Вы деньги на что тратите? На одежду в основном, нет? На одежду — это после того, как нужно накормить своих родных, себя тоже, правда? Но здесь очень помогает мне, знаете кто? Славочка Зайцев. Он необыкновенно себя ведет. И исключительно на сегодняшний день, потому что, когда к нему приходишь и говоришь: Слава, у меня вот такая накопленная сумма. Он говорит: какая чепуха, это твоя сумма, говорит он. И начинает скидывать, и скидывает мне. Как вы думаете, на зарплату актера сейчас можно прожить? Без надбавки нет. Зарплату актерам хата? Нет. Нет? Нет. А как же живут люди у вас? А как живут актеры, которые... Ухитряемся давать
стопроцентную надбавку. Пока. А иначе бы не прожили совсем. Тебе куда? На прощиху. Давай. У меня денег мало, рубль 12 копеек. Ладно. Ходило оно без тебя, щелкало. Испортилось, что ли? Легкая у тебя работа. Есть и есть, оно щелкает. Сколько ж сзади нащелкать может? С точки зрения нового русского я нищий человек. Но меня это мало волнует. Здесь самое важное, чтобы я могла спокойно работать, то есть платить за квартиру, как-то более-менее нормально покупать еду и не чувствовать себя ущемленной. Потому что приходить в магазин и видеть какие-то дорогие вещи, которые тебе совсем недоступны, это унизительно достаточно. Согласитесь. Но для меня это не столь важно. Хотя униженность есть, конечно. А есть вещи в магазинах, которые недоступны? Спасибо. Есть. Татьяна Васильевна Доронина? Конечно. Есть? Какие, например? Да полно. Еще один вопрос, хотя это не скромно. Да, пожалуйста. Какая у вас ставка? Это интересно. Ну, зачем тебе нужна его ставка? 120. Это без прогрессивки? Без. Живете с папой и мамой? С родителями. У меня отдельная комната, окна во двор, солнечная сторона. Как это хорошо. Большое удобство. У меня, как видите, не такие блестящие данные. Работаю я техником-строителем. Ставка пока 80 рублей. Это меня не интересует. Почему же, вы же должны знать. Сначала я работала учетчицей в порту. Потом без отрыва от производства кончила техникум. Словом, прошла большую жизненную школу. Она хозяйственная, хозяйственная. Претензий больших у меня нет. Нет, претензий никаких. Я вообще считаю, что ум женщины – скромность. Да, да, да. Вот вы знаете, когда знакомится со мной, то первое впечатление, что миловидная девушка с изюминкой, хотя говорят, что, мол, несовременная, да? Она дикарка. Но потом начинает понимать, что у нее доброе сердце. Вы готовить любите? Нет. Нет? Нет. А вы дома не готовите? Нет. Это время очень много занимает. Ну почему? Яичница минут 7-8. Ну, Андрюша, яичница это не еда. Ну, конечно. Ну, разве это готовка? То есть вы вообще дома не готовите? Нет, кофе варю. У вас просто времени не хватает, наверное. Времени и желания нет. Для вас жизнь это тоже роль такая? Нет? Вы в жизни играете? Нет. Это, Катюш, что так тихо говоришь? Что так тихо говоришь? Что притворяешься, что ли? Добрый притворяешься? Короче, очень притворяешься. Но вы в жизни играете? Нет, если бы я играла, я бы, наверное, говорила по-другому. Я говорю громко там, где полагается по роли. А в жизни, когда я среди хороших людей, говорю нормально. Чего кричать-то? Все кричат. И все нервные. Музыка, играй! Я желаю вас! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопатин хватит топором по вишневому саду. Как падают на землю деревья. Музыка, играй! Чего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. О, скорее уже все кончилось. Скорее бы как-нибудь изменилась наша нескладная и счастливая жизнь. Она плачет. Пойдем в зал, пусть она. Пойдем. Что такое, а? Музыка играет счастливо. Пускай все, как я желаю. Ох, грохот повсюду, зелени, цветы, и мир столбов кукол.
между нами все кончено. Голубчик, я пошутила. Пошутила. Сюда. Что? Что там? Что? Петя, с лестницы упал. Чудак какой, Петя. Вы животных любите? Очень. Собак или кошек? И собак, и кошек. А дома у вас кто? Дворняжка. Собака? Да. А как его зовут? Кучка. Кучка? Кучка. От слова кутенок. А, кутенок. Кучка? Да. Вы купили, что ли? Нет. Или... А как вы нашли? Муж принес. Да? Да. Просто на улице нашел? Нет, он купил. Да? А кошка? С кошкой пришлось расстаться. Потому что кошка обижала Кутьку очень. До сих пор плачу. Жалко кошку. Но я отдала ее в хорошие руки. Она забиралась на стул, ждала, когда моя собака проходит мимо, и била ее лапой по затылку. То есть, на это смотреть было невозможно. Совершенно. Общего языка они не нашли? Да? Нет, потому что моя собака совсем не знает, что такое агрессия. Она удивленно смотрела на кота, потом на меня, со слезами на глазах. Вынести это невозможно было. Тоже действительно, за что убежали-то? Вы часто плачете? Нет, Андрюша. Нет. Но тогда получается страшнее. Тогда не плачь, а... Знаешь, когда не хочется жить. Вот такая мера чай наступает. Почему? Очень трудно понять смысл, почему так охотно нужно. И с таким удовольствием. Запрещать сниматься. Чтоб меня снимали. Выдумывать всякую чушь какую-то. Зачем? Я просто этого не понимаю. И когда вот слышу какой-то... очередной легендарный опус, я думаю, ну, во-первых, глупо, а во-вторых, ну, настолько мелко. Так, прижимся немножечко, Лена. Спасибо вам, за то, что вы здесь. Я сейчас слушала ваш голос, и я выздоравливаю. Когда я слушаю вас, я выздоравливаю. Когда я вижу вас, я выздоравливаю. Никогда не парю. Вот одна. Я не могу обещать. Но я буду стараться. Я тебе на 8 минут. Ничего не надо. Я вас умоляю. Я очень. Вишневый сад – это про наше время? Да, конечно. Это предупреждение Антона Павловича Чехова.
то, что случилось сейчас, вот это пренебрежение к стране и к своему народу, было предсказано и выявлено в пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад», а очень хороший, талантливый киевский режиссер Сергей Данченко сумел это поставить. И тогда во главу самое определяющее, смысловое, возможность потери не просто Вишневого сада, не просто имения, потери Родины. И потеря Родины становится сегодня для нас самой важной проблемой. И нам нужно сделать все, чтобы сохранить ее, уберечь в ее доброте, в ее христианстве, в духовности. У Раневской непосредственно, прямо с начала пьесы идет определяющая фраза: «Видит Бог, я люблю Родину, люблю нежно». А дальше очень страшная фраза, которую мог написать только гений Антон Павлович Чехов. «Я не могла смотреть из окна вагона, все плакала». Почему плакал? Какое надругательство в будущем уже чувствовал Антон Павлович Чехов? А что бы было, если бы он увидел, что происходит сейчас? Это я сижу. Хочется прыгать, размахивать руками. А вдруг я сплю? Бог, я люблю Родину, люблю нежно. Я не могла смотреть из окна вагона. Все плакала. Спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив. Позавчера. Он плохо слышит. Я делаю свое дело, и у меня на это с трудом хватает времени. Потом, очевидно, я по-особому отношусь к тому, что называется театр, и считаю, что это намного важнее сегодня, чем заниматься политикой. Можете считать это излишней гордыней, неразумностью, но я считаю именно так. Я хочу спросить, вы любите театр, как люблю его я? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного. Лучше сказать, вы можете не любить театр больше всего на свете. Является он постоянным возбудителем ваших чувств, способный во всякое время, при любых обстоятельствах, волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии. Театр — это храм. Это подлинный храм искусства. А что значит индивидуальность? Всерьез я не верю, чтобы актер, который должен быть одержимым в своей профессии, что-то понимал в политике. Она может заинтересовать, но заинтересовать профессионально. С точки зрения, а вот если придется играть, то какие ходы? Брать у политиков ходы сегодня очень интересно. И смотреть на них с профессиональной точки зрения в этом плане многообразия чрезвычайно интересно. Но если вернуться к понятию карьеры, то ни один настоящий актер не станет заниматься политикой. Зачем вы в Думу пошли в 93-м году? Я не пошла. Вы же были в списках? Это не более чем случайность. Ну что? Я не пошла. И вы не хотели? Нет. У меня мало времени.
Насколько я знаю, Александр Уцкой, Геннадий Зюганов и Дмитрий Тимофеевич Язов считают вас актрисой номер один века. Вас не смущает то, что вот люди именно с такой политической ориентацией вас считают любимой актрисой? Я очень рада, что это люди именно с такой. Это общность взглядов или как понять? Пожалуйста, пожалуйста. Это можно назвать общностью взглядов, можно назвать поколением. Ты хоть газеты-то читаешь? Читаешь? Трясет. И нас чуть не каждый день трясет. То-то-то другое. Лысуха не телится. Только отелилась. Раз грудница. Опять же, у Сережки башмаки проходят. Сложный характер очень. У меня он есть, Андрюша. Вы действительно скандальный такой человек? Этого нет. Это придумано Союзом театральных деятелей, которые скандалили и свистели, когда я выступила против того положения, которое закончилось в результате тем, что я и предсказывала. Отсутствие какой-либо помощи актерам, которые всегда нуждались в помощи. Ну, то, что я предсказала 8 лет, то и произошло. А все эти легенды по поводу моей скандальности и еще куча других вещей, которые они мне приписывают, это не более чем легенда непорядочных людей и ущербных. Вы слишком часто говорите то, что вы думаете. Вас это не било, нет? Когда я появилась в школе-студии МХАТ, старейший преподаватель Борис Ильич Вершилов считал, что я его самая любимая ученица. Но наиболее строгого человека к себе я не знаю. Вот он меня воспитывал строгостью. И первое, что он сказал мне, после вступительных экзаменов, как только мы прошли и прочли список нашего курса, он меня остановил и сказал так: Доронина, говорите поменьше. Вы все равно не сможете скрыть того, что вы думаете, а театр очень сложный организм. Я очень старалась. Я говорила поменьше. Ну, я не знаю. Хотите, я вам потанцую, я потанцевать могу. Угу. Да. Oh, shock faith has such deep depth as shows them further facts. Just a jackknife has all my keep faith. And it keeps it way out of sight. You know that shark bite. With his deep vein, scarlet billows stopped his fretch. Fancy gloves, though, where's all my heat vein? So there's never, never a twist or wrench. Now on a sidewalk, Sunday morning, lies a body, who's alive. Someone sneaking around the corner. Hey, could that someone?
обращай на нее внимания, то она даже на танцы не ходит. Все, уходите. У везунчиков, наверное, это все дается само собой легко, как само собой разумеющееся, да? Мне приходилось очень много работать. И над ролями очень много работать. И мне ничего не давалось легко. И при этом у меня было постоянное ощущение прессинга надо мной. Я сначала думала, что это мне кажется. Потом я поняла, что ничего мне не кажется. Есть этот прессинг. А когда просто-напросто меня исключили из кинематографа, из телевидения, даже с радио, и даже, извините, с мультфильмов. Я озвучивала «Царевну лебедя», и меня вырезали. Вы называете это везением? Ну, я называю это Божьей помощью. Потому что после этого можно, конечно, бросаться на людей. Потому что обидно очень. Я поняла одно, что моя позиция забывать плохое для того, чтобы сохранить душу, она неверна сегодня. Надо, как Александр Сергеевич Пушкин, писать записки и бросать в вазу. И запоминать. Потому что сегодня вот так надо сохранять душу. А забывать это нельзя. Нельзя. Потому что иначе станешь такой же. Такой же. Как они съедят. Прощай, дом. Прощай, старая жизнь. Здравствуй, новая жизнь. Вы в свет выходите? Вот ненавижу дурацкое слово «тусовка», да? Такое вот, как бы очень популярное. Очень не люблю это слово. Но вот вы выходите, там клубы какие-то нет. Ночные, нет. Какие-то мероприятия совместные, там, встречи театральные, я не знаю, элиты. Бывает? Мне, вот если говорить о веселье, меня очень веселят некоторые презентации и особенно вручение премий друг другу. Это очень веселит, потому что очень точно высчитываешь, а кто же будет получать, спасибо, кто же будет получать премию в следующий раз. И никогда не ошибаешься, потому что они упорно, очень мило и последовательно друг друга награждают и относятся к этому всерьез. Вот это смешно.
Фирса забыли? Кто забыл Фирса? Если непосредственно по пьесе, забыл Фирса лакей Яша, который кричал «Вив ля Франс» и говорил о том, что жить в этой стране невозможно. Итак, на сегодня количество лакеев, которые кричат «Вив ля Франс», либо другая страна называется, да, количество лакеев сегодня уникально. И пьеса написана о том, что превращаться в таких Яш нельзя, бросать свою родину нельзя, не любить свою мать нельзя. А у Раневской непосредственно, ну, прямо с начала пьесы идет определяющая фраза: «Видит Бог, я люблю родину, люблю нежно». А дальше очень страшная фраза, которую мог написать только гений Антон Павлович Чехов. «Я не могла смотреть из окна вагона, все плакала». Почему плакала?